Господин председатель, Ассоциация коренных народов Российской Камчатки предлагает несколько рекомендаций Совету по правам человека, отражающих заявления от организации нашего социокультурного региона, сделанных в течение работы данной сессии. Во-первых, мы убеждены, что Совету по правам человека следует обеспечить полноценное участие легитимных органов представительства и принятие решения коренных народов в работе СПЧ и других форматах. Подчеркну еще раз, легитимность – это самое главное. Необходимо наличие мандата от коренного народа, чтобы не допустить к процессу расширения участия лиц, которые будут спекулировать данной темой в ООН, не имея мандата от своего народа и поддержки на своей земле. Во-вторых, мы призываем СПЧ сосредоточиться на устранении визовых, логистических, языковых барьеров и иных искусственных ограничений для участия коренных народов из всех социокультурных регионов в работе ООН. Мы призываем СПЧ гарантировать и обеспечить принцип равенства между всеми регионами в их взаимодействии с СПЧ. И в-третьих, мы обращаем внимание СПЧ, глобального координационного органа, что для нашего социокультурного региона крайне важно обеспечить участие представительных органов в данном процессе. К сожалению, мы вновь отмечаем недостаток информирования в нашем социокультурном регионе, который затрудняет достижение консенсуса и не содействует равному участию коренных народов России в этом процессе. Благодарю за внимание.